Темное море внутри меня сильнее, сильнее. Волны внутри меня сильнее. Солнце живет во мне. Солнце живет во мне. Море внутри меня сильнее, сильнее. Волны внутри меня сильнее. Солнце живет во мне. Мое солнце живет во мне. Папа там с Игорем сейчас поедут. Ну, папа повезет Игоря на работу. Вот, а я вот тоже проснулась уже. Блин, у нас так свежо на улице. Вообще прям прохлада. Я вчера что-то загналась так по звездам весь вечер. Вернее, ночь читала про звезды. Про звезды, про нашу галактику. Вообще так интересно, вообще. Классно. Мы просто вчера вечером допоздна не спали, в кухне тут сидели, Игорь играл, я с ним была в телефоне. А потом мы вышли, столько звезд, темно, луна, она кусочек небольшой. Я как начала изучать все, так интересно вообще. Бывает у вас такое, что что-нибудь как увлечетесь и на полночи. Так, я покушала, позавтракала сегодня бутерами с паштетом. Вот, пришла сюда на кухню. Вот, попробую тут поработать. Тут спокойнее мне будет одной. Никто не отвлекает. Вот, но тут прохладно. Сколько вытерплю, короче, потом туда уйду. О, не смотрите на мое лицо. Все еще заживает. То, что повыдавливала. Не хочу никакой макияж сегодня. Много дел, поэтому не отвлекаюсь. Игорь уже работает. Может, я сама позвоню, что он там, он один. Можно созвониться. Так жалко, когда я включаю камеру, выключается колоночка, я работаю под такую легкую, классную музыку, которую, знаете, зачастую включают в торговых центрах или в отелях, она такая ненапряжная. Я даже вам сейчас вставлю сюда, как называется это радио, вот здесь Женя, встань, вставь, не забудь. Вот, я всегда забываю посмотреть, сколько у меня задач. 7 масштабных задач, короче, доделок разных, отправить там что-то еще. Ой, жесть полная, как понедельник. Вот, потому что понедельник всегда такой актив. Помните такой сайтик по нумерологии? Сейчас тут доделки делаем. Вот, так что да, вот, творим работку. Котик тут спит, такой тепленький. Папа там сетки перебирает, видно. Короче, я заканчиваю работу. Потому что вы охренеете, уже 3 часа. Я уже хочу есть зверски. Пойду обедать. Уже Дима пришел. Он там медосмотр проходит. Вот. Пришел Димка уже давно. Чтобы событий было, я ничего не снимала. Так, колоночку выключаем. Зарядочку забираем. Хорошо, плодотворно поработала. Все выключила. И иду обедать и отдыхать. Доросли. Вот, пообедаю. Вот так вот. Телефон рабочий заряжаю. Пообедаю и чуть-чуть передохну. То я что-то устала прям. Вот это скоро Игорь уже с работы приедет. Так, сейчас я... Ой, я сегодня сималинку нарвала. Забыла про нее. Так, у меня обед. Картошечка, салат, еще и рагу. Короче, такой плотненький. Запиваю напиток, смотрю женский форум. Всем приятного. Я пока тут выбегала на улицу, не могу не поделиться. Вы посмотрите, как у нас тут распогодилось. Такие солнечные лучи, красота. Время у нас почти 4. Вообще прям было так пасмурно. Стало так, когда клёво. Такие облачка. Красота. Красота. Еще так много желтых роз. Пчелка какая-то жужжит. Ладно, пойду отдохну чуть-чуть. Занавески от папы. Сетки. Так. Такая погодка. Ребят, ну что, я поспала. Игорь уже давно приехал домой. Пообедали, поболтали, отдохнули. Я пришла на вечернюю смену. Сегодня выхожу еще раз на работу, потому что дел много. И хочу еще хотя бы часика-два поработать. Игорь будет играть, потому что он сегодня отхерачил, устал. Он сегодня один там работал, никто не приезжал, так что вон сидит котик. А я тоже себе рабочее место настраиваю, вот, и хочу включить музычку и работать. Не знаю, что сегодня за влог я соберу, и соберу ли его, или совмещу, ну посмотрим. Но так вообще, конечно, немного сегодня снимаю. Вот, так что херачить. А что, кого?
Работали, пришли сюда домой, искупалась, пошла. Мы за горюшкой тут сидим. Вечерочек у нас. Сейчас будем смотреть Сеню Федю и кушать Игорь гречку, а я так перекусы ненавижу гречку. Так что всем хорошего вечера. Будем смотреть, тоже Дима с мамой там болтали. Сидят, папа у нас там гаражечек делает. Так что все по своим занятиям.